Итак, представители гражданского общества Азербайджана 28-й день продолжают акцию на дороге Ханкенде-Лачин в знак протеста против разграбления природных ресурсов Карабаха. Несмотря на это, по лачинской дороге организован беспрепятственный проезд гражданских автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, автомобилей Международного комитета Красного Креста, машин снабжения. Это демонстрирует, что не создается никаких препятствий для передвижения автомобилей в гуманитарных целях. Дорога остается открытой для гуманитарных целей. Сейчас на прямую связь с нашей студией выходит наш корреспондент Шамистан Мамедов. Шамистан, добрый вечер. Расскажи все подробности о том, что происходит сейчас на месте проведения акции. Добрый вечер, Олег. Да, вы правильно отметили, уже 28-й день продолжается акция, и очередным свидетельством того, что Азербайджан привержен принципам гуманизма, стало то, что через этот участок дороги буквально 10 минут назад с азербайджанской стороны российским миротворцам было передано гражданское лицо армянской национальности. Этот житель Ханкенды несколько дней назад подошел к посту азербайджанской армии, азербайджанских военных и сам попросил помощи. Отметил, что ему очень холодно и он нуждается как в еде, так и в сигаретах. И ему была оказана необходимая помощь. К нему отнеслись с особой заботой, потому что он является жителем азербайджанского города Ханкенды. И азербайджанская сторона сделала все, что от нее требовалось. И вот сегодня, через несколько дней, через этот участок дороги, он был передан российским миротворцам. Это еще раз подтверждает то, что Азербайджан привержен принципам гуманизма, и Азербайджан всегда делает шаги для того, чтобы добиться нормализации ситуации в регионе. Также еще хотелось бы отметить, что участники акции вновь сегодня подтвердили, что эта акция мирная акция, потому что они не создали никаких препятствий для того, чтобы это гражданское лицо было передано российским миротворческим силам. И, в принципе, то же самое они делают, когда к этому участку дороги подъезжают автомобили Международного комитета Красного Креста, а также другие транспортные средства в гуманитарных целях. И сегодня я отмечу, что этой дорогой воспользовались несколько машин снабжения российских миротворцев. Конечно, участники акции подчеркивают, что они готовы оказать любую гуманитарную помощь нуждающимся в этом при необходимости. Также на этой территории действуют медицинские пункты, и здесь всегда готовы оказать помощь любому, вне зависимости от национальности. Мы сейчас слышим лозунги, которые озвучивают азербайджанские активисты. Они требуют того, чтобы были созданы условия для проведения мониторинга азербайджанских специалистов в Карабахе. Речь идет о мониторинге месторождений в Карабахе. И здесь, как мы слышим, звучат призывы, звучат лозунги на трех языках, и подчеркивается, что необходимо беречь экологию и необходимо устранить тот ущерб, который был нанесен Азербайджану в результате незаконной эксплуатации наших месторождений Дамерли и Гызыл-Булах. Я особо подчеркну, что вот все эти дни, несмотря на такую морозную погоду, несмотря на то, что сегодня пошел снег, и толщина этого снежного покрова составляет примерно 10 сантиметров, азербайджанские экоактивисты продолжают здесь проводить мирную демонстрацию и продолжают требовать того, чтобы была восстановлена справедливость и незаконная эксплуатация наших месторождений был положен конец. Также хотелось бы отметить, что вот сегодняшний факт, то, что несколько дней назад к азербайджанцам обратился житель Ханкенды с просьбой помочь ему, еще раз показывает о том, в каком состоянии живут жители Ханкенды, жители азербайджанского города, где временно размещены российские миротворцы. Это еще раз показывает о том, что вот преступная хунта во главе с Рубеном Варданяном, возомнившим себя госминистром, а также и другими
другими преступниками, что они держат в плену этих людей. Действительно, эти люди страдают из-за действий этой преступной хунты, из-за действий этих армянских преступников. И на самом деле, на примере этого жителя Ханькянды, этого гражданского лица, мы видим, что они очень хорошо относятся к азербайджанцам и готовы просить помощи в случае необходимости. И азербайджанцы готовы им оказать помощь. И мы это увидели на примере вот того случая, который сегодня произошел. Олег? Да, Шамистан, большое спасибо за информацию. Напомню, что последними событиями поделился с нами Шамистан Мамедов, наш корреспондент, который находится на участке дороги Ханькянды-Лачин.